Итак, всем добрый день, здравствуйте, добро пожаловать в Турцию. И мы с вами отправляемся вновь следить за товарищескими матчами. На сей раз немножко уже меняется структура подготовки в футбольном клубе «Родина». Если совсем недавно основная команда проводила свой сбор в Турции, то сейчас сюда пожаловала команда «Родина-М». Турецкими сборами «Родины-М» и «Чертанова» 2005 поехали, матч стартовал. И играем мы сегодня по привычной схеме 2 по 45. Но приходится родине рисковать, иначе не выманить футболистов Чертанова, иначе не получить свободные зоны. Здесь какая ошибка сумасшедшая! Ошибка! Гол или нет? Нет! Все-таки нет забитого мяча! Успевает среагировать и остановить мяч на линии. Та-та-да! Еще раз смотрим. Правкин действует неудачно. Общение футболистов стараются самых высоких игроков Чертанова закрыть. Игроки Родины, момент какой! И продолжится борьба в штрафную, это как минимум удар. Так, здесь все чисто, арбитр показывает, что нужно дальше играть. Еще раз с вами смотрим этот самый эпизод. Ну, так, погранично. Что-то подобное мы только что видели в исполнении Родины, но там не получилось пробить. А вот здесь удар состоялся, и удар заблокирован. За шиворот, задумочка. Очень серьезная. О том, насколько организованно действует в обороне Чертанова. 2005 момент, и это гол. И это гол, но это никак не влияет на мои слова об организации игры Чертанова. Это скорее случайность. Случайность в пользу Родины, потому что рикошет приходит прямо. Еще раз смотрим. Да, обиднейший рикошет. Посмотрите, как здесь не ожидал подобного развития событий. Шестой номер остается за Родиной. Вновь через правый фланг. Классный заход. Можно простреливать. Это удар последовал. И как классно голкипер реагирует. Передача. Классно. Момент. Можно завершать. Долгая пауза. И снова куча рикошетов. На сей раз рикошеты в пользу Чертанова. Неразберихи в центре. Но все больше появляется, конечно, опасных моментов. Чертанова в атаке. Удары! 1-1. И забивает Чертанова. Ну что? Снова счет становится равным. И кто же скажет, что этот гол Чертанова незаслуженный? Семенов забивает. Играющий под седьмым номером. Активный Семенов, действующий в атаке. Можно разгонять атаку Чертанова. И подбор останется за чертановцами. Передача налево. Смещение, удар. Кстати, хороший удар. Мяч по интересной траектории полетел. Вброс из аута. Опасно. Прострел. Мяч в воротах, но там свисток. Там свисток прозвучал чуть раньше. Так, желтая карточка будет за разговоры. Нет, все уже, никто ничем не ответит, никто ничего не придумает, потому что арбитр отправляет команды отдыхать. Завершается наш поединок. Родина М. Чертанова.